Старт, поехали. Я чемпион мира Юрий Спасокукоцкий. Ну вот, как раз разминочка будет небольшая. Ну, 10 раз-то присесть несложно. Это методика, ребята. Вау. Поролоновая немного, ладно. 4. Грудь вниз тянет, я понимаю. 5. Но можно потерпеть. 6. 2. 3. 4. То есть, друзья, мы выясним, у кого круче. Методика. Методика. Поехали, друзья. Друзья, привет! Вы на канале Будимания, и сегодня с вами Юрий Спасокукоцкий и Денис Гусев. И наша задача сегодня какая? Мы выясним, кто лучше агитирует и мотивирует людей заниматься спортом сегодня. Под легким дождиком мы заставим их отжиматься и приседать. Задача сегодня сделать так, чтобы 10 человек сделали 10 отжиманий и 10 человек сделали 10 приседаний, и в общей сложности получилось по 100. Кто первый соберет сумму в 100 приседаний и 100 отжиманий, тот и победил в этом челлендже. Итак, сегодня заруба. Юрий Спасокукоцкий против Дениса Гусева. То есть, друзья, мы выясним, у кого круче. Методика. Методика. Поехали, друзья. Спонсор выпуска – бренд спортивного питания Sportline. Собственные технологии, отсутствие аналогов, охват по всей России. Какой смысл просто ходить по улице, где один человек на один квадратный километр? Поэтому, конечно, найдем такое место, где побольше людей, побольше молодежи, и там попробуем начать нашу съемку. Ну что, друзья, время, наверное, пошло. Вот секундомер. Я нажимаю на старт. Поехали. Поехали. Так, ну что, нам нужны мужчины. Все очень просто. Меня зовут Денис, канал Будимания. Задача такая. Нужно сделать просто 10 приседаний и 10 отжиманий. У вас видят ролики, которые наберет 1 000 000 просмотров. Готовы? Пожалуйста, 10 приседаний, 10 отжиманий. Давай, подержу. Да не, можно просто. Ну, давай. Раз, два, три, четыре. Супер. Достаточно. И 10 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Спасибо, представься, пожалуйста. Лыков Филипп. Я чемпион мира Юрий Спасокукоцкий. И сегодня мы снимаем шоу для канала Будимания. Мы ищем героя, который сможет 10 раз отжаться от пола, 10 раз присесть. Точно, я. Я чемпион мира по бодибилдингу. И мы ищем героя, который сможет 10 раз отжаться от пола и 10 раз присесть. Ты сможешь это сделать? Ну, простите, но я не... Ты молодой, сильный парень. 10 раз всего лишь не отожмешься? Мы сейчас для канала Будимания ищем героя, который 10 раз отожмется от пола. Не можешь сделать? Нет. Хорошо. Нам повезло, спортплощадка здесь, оказывается, есть. Посмотрим, сколько реальных спортсменов здесь. Можно попросить вас сделать 10 приседаний, 10 отжиманий, если вы на это способны? Молодой человек, вы так круто делаете. Я на спортивный. Здрасте, меня зовут Денис и канал Будимания. Есть минутка у вас? Да не вопрос, можете на камеру даже не смотреть. У вас и со спины снимем. Привет. Меня слышно? Да. Может быть, ты меня знаешь, может быть, нет. Я чемпион мира по бодибилдингу. И сейчас мы ищем для нашего крутого канала на YouTube, для ролика, в котором будет 1 000 000 просмотров, парня, героя, который сможет 10 раз отжаться от пола. Сможешь? Сделай 10 отжиманий, 10 приседаний. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь приседания, неплохо. Девять, десять. Как тебя зовут? Степан. Степан был первый, кто не испугался 10 отжиманий. Меня зовут Денис, здравствуйте. Канал Будимания. Очень простое задание. Можно попросить вас сделать? 10 раз отжаться сможете? Раз. Два. Три. Я чемпион мира по бодибилдингу. Сейчас для канала Будимания ищем героя. Соревнуемся с Денисом Гусевым. 5 минут 16 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10. Встаем и делаем 10 приседаний. Десять.
Как зовут еще раз? Александр. Александр, наша методика самая лучшая. 9, 10. Чтобы накачать ягодицы, дома ставьте ноги шире. И отжимания не глубоко, хотя бы на 10 сантиметров. Понятно, что девушке тяжело. С красивым маникюром все ради методики. Не так низко, то устанете. 2, 3. С частичной амплитудой надо делать. 5, чтобы не было травм. 6, 7, 8, 9, 10. И сегодня по методике отжимается Анастасия. Очень приятно, Анастасия. Отлично, я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спасибо, и 10 раз присесть. Девять, десять. Спасибо вам большое. Представьтесь, пожалуйста. Юрий. 10. И 10 раз отжаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, достаточно. Спасибо вам большое. Хочу познакомить вас с делом всей своей жизни. Начну знакомство с горячего цеха. Здесь готовят наибольшее количество наших блюд. 5 секунд, и наше блюдо готово. А вот и готовый рацион к отправке. Пробуйте еду от Level Kitchen. Обещаю, она вам понравится. Приятного аппетита! Вы уже в таком преклонном возрасте, но так хорошо выполняете упражнения. Можете сделать 10 приседаний. 1, 2, 10. Все, спасибо большое. Как вас зовут? Александр. Александр. А как вы себя в такой хорошей форме поддерживаете? Сколько вам лет? Мне 70. 70, очень достойно. Вы постоянно занимаетесь? Да, я постоянно. Скажите, вы можете мне помочь победить моего противника? Не, можно? Я не буду участвовать. Спасибо. Сейчас, сейчас. Я чувствую. Отжимания приближаются. Поможете мне победить Дениса Гусева? Надо 10 раз. Отжаться, 10 раз присесть. Пожалуйста. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 приседаний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Спасибо большое. Я посчитаю. 1, 2. Десять. Все, спасибо вам большое. Молодые люди, добрый день. Канал Будимания, Денис Гусев. Вы, может быть, слышали про такой канал. Здравствуйте. У нас сегодня такой социальный эксперимент. Смогут ли парни 10 раз присесть и 10 раз отжаться? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И 10 раз отжаться. Итак, супермену не мешаем. Поехали. Это там подарки, нельзя. 1, 2, вот это да, 3, прям на трицепс отжимаете, чувствую, 4, 5. Вау, поролоновая немного, ладно. 1, 2, 3. Мне нужно 10 отжиманий, 10 приседаний. И я смогу его победить. Хотите на травке? Да легко. Десять. 1, 2, 3, 4, 5. Так, можно коленки не сводить. Не обязательно так глубоко, чтобы коленки не болели, да. Вот так, да, 7, 8, 9, 10. Достаточно. А отжаться с колен сможете? Последнее задание, последняя просьба. 10 раз всего лишь, не больше. 1. Отлично, все супер. 2. Да-да-да, тяжеловато, но потерпите. 3. 4. Грудь вниз тянет, я понимаю. 5. Но можно потерпеть. 6. 7.
8. Еще, говорит, еще, да? Еще. Все? Можно маме остановиться? Спасибо вам большое. Можно 5. Спасибо. Ну, вместе, да. Поехали. Раз. Два. С выпрыгиванием. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ура! Спасибо вам большое. Время останавливаем. Итак, у нас было конкурсное время. 18.40. Ну что, друзья, я закончил. Ура, 18.43. Я думал, если честно, будет быстрее, но, к сожалению, не все люди горели желанием там отжаться или поприседать, тем более, что отжиматься нужно было от пола, а тут дождик прошел и грязно достаточно. Мне очень интересно, как с этим заданием справился Юрий. Конечно, любой из нас хочет победить, но почему-то я уверен, что сегодня буду я. Впрочем, как и всегда. 10. Надо сделать 10 отжиманий для спортивного канала. Давайте, ребята. Для чего? Для спортивного канала. Бодимания. Ребята, поехали, 10 раз. Это методика, ребята. Лучше всего для победы над Денисом Гусевым это оптовая отжималка. Давайте, 10 раз. 10, 10, не так много. Ты уже сделал, да? И теперь 10 приседаний и все. И вы будете героями дня. Вы поможете Юрию Спасокукоцкому победить Дениса Гусева. 6, 7, 8, 9. План точно выполнен. 20 минут, 5 секунд и 61 сотых. Какое у тебя время? 20 минут 5 секунд. Слушай, ну у меня 18 минут 43 секунды. Но зато у меня работник парка с рацией отжимался. Ты бы видел, кто отжимался у нас. У нас и суперменеджилась, и мама с двумя детьми, и очень красивая девочка отжималась. Ну, в общем, тоже были очень эпичные люди. Это круто, отличные результаты. И наша задача – агитировать людей заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. Безусловно, тем более, что в Москве сейчас есть такая возможность, есть парки, строят велодорожки. Поэтому, друзья, не сидите дома, после просмотра этого ролика выходите на улицу, делайте пробежки, отжимания, выпрыгивания. В общем, ведите здоровый образ жизни. Ну а с вами были Юрий Спасокукоцкий и Денис Гусев и канал Бодимания. Не забывайте ставить этому видео лайк, делать репосты, отсылать друзьям. Ну и хорошего настроения дня. Пока, друзья.